83 человека пытались незаконно попасть в Алматы с начала объявления карантинного режима. Многие из нарушителей планировали проникнуть в город объездными путями, однако все эти тропы были перекрыты бетонными блоками. В результате задержанных наказали. Вокруг Алматы усилили охрану и установили еще 30 блокпостов. Это где люди пытались перейти границы нашего города, нарушить чрезвычайный режим, карантин в городе, в связи с чем к административной ответственности по статье 476 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях рассмотрено 83 административных материала, из которых к административному аресту подвергнуто 39 человек, наложен штраф в отношении 43 граждан и один человек предупрежден. Всего за прошедшие сутки через блокпосты в город въехало около 1900 авто, а выехало 2206. Все пассажиры трудятся на объектах, обеспечивающих их жизнедеятельность города. Уже завтра в мегаполисе перестанут работать автосалоны, магазины запчастей и цветочные павильоны. Закрываются химчистки, прачечные, фотоателье, оптики, автомойки, СТО, любые развлекательные центры, интернет-клубы, караоке, детские центры, бильярдные залы, аквапарки, фитнес-центры, бассейны, солярии, спортивные клубы. Не прекратят деятельность в мегаполисе стоматологии. Полный список закрываемых объектов будет размещен на сайте городского акимата.